Мужчина не платил за коммунальные услуги, налоговые сборы, а также не погасил материальный ущерб. Сумма долга составила 485 тысяч рублей. В отношении 41-летнего бирчанина возбуждено 8 исполнительных производств. Недавно подразделение города Бирска обратилось с супругой должника, которая пришла проконсультироваться и уточнить, если она оплатит долг супруга, будет ли снят запрет на регистрационные действия в отношении недвижимости. Также она сообщила, что планирует продажу совместной квартиры, но на ней стоит запрет. Сотрудник рассказала о порядке снятия ограничений и запретов. На следующий день женщина привела в отделение судебных приставов должника, который находился ранее в исполнительном розыске. На месте он дал объяснение, почему скрывался. Пристав-исполнитель выдал квитанции на оплату основного долга и исполнительского сбора. С розыска гражданина сняли. На следующий день он принес квитанции о полном погашении всех долгов. Деньги уже перечислены взыскателям.